Кошки всегда были символом таинственности и интриги. Их тонкие и грациозные движения, острый зрительный ореал и великолепные охотничьи навыки делают их поистине феерическими созданиями. Кошки умеют прятаться и непринужденно приспосабливаться к окружающей среде, что позволяет им оставаться независимыми существами и в то же время быть частью нашей жизни. Они могут видеть в темноте благодаря наличию специального слоя в глазах, который называется тапетум. Он находится за сетчаткой и отражает свет обратно на фоторецепторы, что позволяет кошкам улавливать даже самый слабый свет. При падении кошка всегда приземляется на лапы. Они имеют очень гибкий позвоночник, который позволяет легко поворачиваться и изгибаться во время падения. Усы помогают кошке ориентироваться в пространстве, особенно в темноте. Они помогают определять расстояние до предметов и ощущать движение воздуха. Поэтому нельзя дергать кошек за усы, а тем более подстригать их. Частота пульса у кошки гораздо выше, чем у человека, и составляет от 110 до 140 ударов сердца в минуту. Рисунок кожи на носу у кошки, по своей уникальности, сравним с отпечатками пальцев. У кошки 517 мускулов. При этом 12 из них используются для управления каждым ухом. В скелете кошки почти на 40 костей больше, чем в скелете человека. Кошки имеют паранормальные способности, предчувствуя беду до того, как она случится, они предчувствуют землетрясения, пожары, наводнения и другие стихийные бедствия. Уши кота могут поворачиваться на 180 градусов, что помогает им ловить звуки со всех сторон. Кошачьи лапы не только позволяют им бегать и лазить, но и играют роль в их теплообмене. Чрезмерное тепло выходит через лапы, поэтому иногда они могут казаться прохладными. Коты могут сберегать энергию, когда они спят или отдыхают, и внезапно проявлять невероятные прыжки и скорость, когда они решаются на действие. Большое спасибо за просмотр!